Ну что ж, а мы с удовольствием продолжаем нашу программу. Ежедневно в Челябинске матерями становятся десятки женщин. И вот в День матери наш корреспондент Артур Ишпулатов отправился, как вы думаете, куда? В перинатальный центр. Да, и он прямо сейчас выходит с нами на связь. Артур, доброе утро. Артур, доброе утро. Расскажи, сколько женщин сегодня стали мамочками? Да, доброе утро, коллеги. Прямо сейчас мы находимся вот в родовом отделении областного перинатального центра. Чисто символично в праздник матерями стали 10 женщин, 10 челябинок. Ну а о том, сколько детей всего родилось в этом году, мы спросим у главного врача Юрия Семенова. Здравствуйте. Ну вот скажите, сколько детей у нас в этом году уже родилось? Доброе утро. Ну как вы уже сказали, во-первых, вчера был День матерей. Мы вас поздравляем. Кто уже мама? А кто еще будущие мамы, мы, конечно, поздравляем с этим прекрасным праздником. В областном перинатальном центре за сутки родилось 10 младенцев. А вообще в перинатальном центре в этом году родилось 4282 ребенка. Это достаточно большая цифра. То есть количество родов у нас не снижается, а даже, можно сказать, растет по сравнению с предыдущими годами. Надеемся, что так и будет, что мы родим больше 5000 детей в этом году. Спасибо большое. Я отмечу, что всего в области в этом году родилось больше 30 тысяч детей. Ну и накануне праздника Минздрав опубликовал положительные новости. Число абортов в Челябинске сократилось почти вдвое. Коллеги.